Да ну нахуй, ладно, слышь. Ну что же, первая карта матча Ньюби против Evil Geniuses закончена. Ну какой матч, какой матч. Какой матч, какой Найкс, Найкс, Найкс. Я болел за Найкс, наконец-то он пришел, размотал всю эту движуху. Я где-то на третьем пике уже сказал, смотря на пик, говорю, ну если не пикнут Найкс или Геркоптера сейчас в этой игре, то будет типа странный момент, ну совсем уже странный на этом турнире. Потом мы с тобой обсудили, что в принципе Нагата Найкса по игре довольно сильно контрит. Ну да, да, это да. Как мы обсуждали на предматчевой аналитике, если Артура отпустят на одном из его сигнатурных героев, то у Ньюби могут быть проблемы. Но Артура, как мы увидели, не отпустили. Не отпустили Артура. А убили 10 раз за 40 минут игры. И мне кажется, во многом из-за этого, в принципе, Найкс-то и с Нагой сражался. Сколько не старалась бы его команда Space Created для него. На самом деле, вот смертей, и ранние ганги этого Найкса, он там, по-моему, два раза подряд умер от Сенкинга плюс Спатмэй. Потом при получении Тайтхантера Даггера, сколько они для него времени не выигрывали, все равно. Да, откровенно, не смог он вытащить. Если сказать, то здесь Артизи отыграл довольно слабо. Возможно, это следствие стороны. Потому что все-таки за Radiant Нага гораздо сильнее. Потому что ты можешь фармить лес, если ну, все-таки нет, это соломит Нага. Не, ну это все понятно, да, это безусловно точно следствие стороны в чем-то, но можно обратить внимание, что Ньюби явно не... Пика, мне кажется, выглядят настолько необычнее, настолько не дефолтнее, чем последний. То есть последний какой-то, вот знаешь, вот прям ребята ударились по Ньюмета, вот это Panda Tide, First Pick'е. Не знаю. Да не, на самом деле Team IG это тут все, всю дорогу юзали как бы дефолт. Разор. Вот, ну, Разор, Тайт, Разор, Тайт. Они прям же бомбили на ФП Тайда, на второй Разора. Сколько игр на Разоре выиграл вообще товарищ Артизи здесь? Ну, все Разор. Игры. А типа этот. А Тайтхантер тоже постоянно заходит. И могу обратить внимание, что Ньюби чуть ли не первый раз забанили-то Разора сейчас за весь турнир Артизи. Я сейчас даже скажу, сколько раз брали ребят. 7 раз брали Разора. Ну да, и ну, при том ближе к концу да, групповой стадии играли. Они начали его брать постоянно. Ну, сами, видимо, прониклись, как хорошо получается. И последний, по-моему, все игры был Разор. Там, по-моему, 100% результат чуть-чуть. Не 100%. Чуть ли не 100% винрейт. Там 85%. Одна игра из 7 проиграла. Ну, одну вот проиграли. Одно, да. Но это очень большой винрейт, и как-то в каждой игре он реально раздавал этот Артизи. Поэтому Ньюби. Ну, они подпортили себе еще винрейт на Брюмастере. Вот проиграв, у них было 4 я игры. Я думаю, они не сильно расстроены. Мне кажется, сейчас будет битва. Да. А какая битва, мы узнаем вот совсем скоро. И давайте смотреть за матчем Ньюби против Evil Geniuses. Передаем слово нашим комментаторам. Вам слово.